Всем привет! В этом видео я покажу, как исправить следующую ошибку, которая возникает при скачивании или обновлении приложения из Google Play на Android устройство. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Такая ошибка является наиболее распространенной на Android-телефонах. Скачивая или обновляя приложение с маркета, появляется сообщение «Ошибка при получении данных сервера», а при нажатии на кнопку «Повторить попытку» ничего не происходит. Далее в видео я детально расскажу, что делать, чтобы ошибка исчезла и вы смогли продолжить пользоваться сервисом. Итак, начнем. Для начала проверьте подключение к сети и нормально ли она работает. Для этого откройте браузер и загрузите любую страницу. Если проблем с сетью нет и она загрузилась, идем далее. Если данная ошибка появилась после установки стороннего приложения, проверьте, не оно ли вызвало данную ошибку. Для проверки загрузите устройство в безопасном режиме. Чтобы загрузиться в безопасном режиме, нужно перезагрузить телефон и зажать комбинации кнопок. Эта комбинация для каждого из устройств может быть разной. Лучше поискать эту информацию в интернете. При загрузке телефона в безопасном режиме все сторонние приложения отключаются, в том числе и те, которые могут влиять на соединение с сервисом Google Play. Если в безопасном режиме Market работает, значит проблема в стороннем приложении. Перезагрузите телефон в обычном режиме и поочередно отключите все сторонние приложения, пока не будет выявлено то, которое вызывает ошибку, или сразу удалите то, после которого она возникла. В некоторых моделях устройств нет безопасного режима. В таком случае попробуйте поочередно отключение сторонних приложений. Чаще всего это могут быть антивирусы, VPN, блокировщики рекламы, различные ускорители и программы для очистки памяти. Если вы вручную настраивали VPN в настройках подключения, то ошибка может наблюдаться и в безопасном режиме. В таком случае первым делом отключите VPN. Если же ничего ранее сказанного не решило проблему, идем далее. Следующим важным шагом для решения такой ошибки – это очистка Android устройства. Для этого откройте настройки, приложения, все приложения. В этом списке ищем приложение Google Play Market и жмем по нему. Здесь жмем очистить, очистить все. После проверяем работу приложения. Если ошибка никуда не делась, снова возвращаемся к настройкам Play Market. Здесь нажимаем «Удалить обновление», «Ок». После удаления обновлений запускаем приложение и проверяем наличие ошибки. Возможно, сперва его нужно будет обновить. Если очистка данных Play Market не помогла, сделайте то же самое для сервисов Google Play, Google Service Framework и загрузки. Если некоторые из них не отображаются, кликните по кнопке меню справа вверху и выберите «Показать все приложения». Следующий способ исправить ошибку – сбросить настройки Google аккаунта на телефоне. Для этого откройте настройки, аккаунты и синхронизация, Google. Здесь выберите ваш аккаунт, еще удалить аккаунт. Чтобы выполнить дальнейшие действия, вы должны знать свой пароль к аккаунту от Google. Если же вы его не знаете, не стоит удалять аккаунт в настройках. Первым делом восстановите пароль. После удаления аккаунта вновь добавьте этот же аккаунт Google. Настройки, аккаунты и синхронизация. Добавить аккаунт Google. Введите данные. После добавления проверьте, была ли решена проблема. Обычно после проделанных манипуляций ошибка исчезает. Если же ошибка все равно появляется, попробуйте создать и добавить новый аккаунт Google. Следующие настройки, которые нужно проверить. Откройте настройки, подключение общий доступ, передача данных, системные приложения. Здесь проверьте, в
Включено ли фоновое подключение и не ограничена ли передача данных. В настройках паролей безопасность, конфиденциальность, специальный доступ, изменение системных настроек. Проверьте, включена ли здесь опция «Разрешить изменение системных настроек». Она должна быть включена для приложений и сервисов Google Play, Google Play Market. Если приложение в Play Market не скачивается и не обновляется, сообщая о рассматриваемой ошибке, попробуйте вручную скачать последний APK Play Market с другого источника. Прежде чем скачать приложение со сторонних источников, проверьте ссылку на вредоносность. Детальнее смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании. После загрузки файла APK нужно дать разрешение на установку, установить его и проверить, будет ли работать скачивание и обновление приложений. Также проверьте правильность установки даты и времени на устройстве. Откройте настройки, расширенные, дата и время. Если у вас включены параметры дата и время сети и часовой пояс сети, убедитесь, что определенная система и дата, время и часовой пояс верны. Если это не так, отключите автоматическое определение параметров даты и времени и задайте часовой пояс вашего фактического местоположения и действительные дату и время. Если параметры автоматического определения даты, времени и часового пояса отключены, попробуйте включить их. Если после включения часовой пояс все так же определен неправильно, попробуйте задать его вручную. После этого проверьте, была ли решена проблема и работает ли Play Market без ошибок. Эта инструкция, помимо этой ошибки, еще поможет исправить ошибку при получении данных RH01 и ошибку 495. А на этом все. Надеюсь, данное видео помогло вам решить данную ошибку. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!